У столицы Чувашии увеличились шансы попасть на новые российские купюры. Чебоксары вошли в топ-25 городов, успешно прошедших первый этап конкурсного отбора. Монумент «Мать-покровительница» и памятник Чапаеву, претендующий на размещение на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, прошли во второй этап отбора. Благодаря стараниям жителей республики, каждый из них набрал более 5000 голосов. Во втором раунде с 5 по 30 августа пройдет масштабный опрос. Он охватит всю территорию страны – от Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет в более чем 200 населенных пунктах России всех типов – от сел до городов-миллионников. Последний, третий этап кампании запланирован на сентябрь. Из 10 городов лидеров отберут 2 победителя и 4 символа, их характеризующие, по 2 на каждый город или территорию.